Сейчас мы находимся на центральной улице небольшого сирийского города Морок. До начала войны здесь жило 2000 человек. Сейчас, как видите, город абсолютно пустынный. Морек именуют не иначе, как город-призрак. До освобождения он переходил из рук в руки несколько раз. Боевиков Исламского государства уже отбросили на 7 километров, но жители не спешат возвращаться назад. Ни крыши над головой, ни имущества, нажитого за всю жизнь. Все уничтожено. Да и опасаются люди контратаки исламистов, их попыток вернуть Морек под свой контроль. О том, насколько напряженные шли бои в Мороке, можно судить по этой канализации. Это не просто люк, это снайперская точка, с которой боевики работали по правительственным войскам Сирии. Это мечеть, вернее то, что от нее осталось. Офицеры сирийской армии рассказывают, что боевики превратили ее в крепость. Утром молились, а ночью с минарета вели снайперский огонь. Здесь нет ни одного целого здания. Вот так вот сейчас выглядит поликлиника этого небольшого городка. Это все, что осталось от оборудования. Внутрь просят не заходить. В любой момент может обвалиться крыша. Центральная провинция Сирии Хама – ожесточенное поле боя. Небо озаряет прицельный залп реактивных снарядов, выпущенных из установок «Град» и 122 и 130-миллиметровых артиллерийских орудий. Всего в нескольких километрах отсюда находится позиция боевиков из организации «Ан-Нусра». По ним сейчас ведет огонь сирийская артиллерия, а вслед за этим в бой пойдут штурмовые отряды. Офицеры сирийской армии говорят, что авиаудары российских воздушно-космических сил заставили боевиков оставлять в панике захваченные деревни и небольшие города. Сейчас мы завершаем операцию по освобождению Сукейка, Хан-Шейкума и Морока. В ближайшее время начнем освобождать наши города в соседней провинции Идлиб и отгоним врага вплоть до наших границ с Турцией. Сейчас инициатива впервые за последние годы перешла на сторону сирийской армии. Здесь царит воодушевление. Мы будем бить врага, пока они владеют хотя бы одним нашим поселком или городом. Мы готовы вести артиллерийский огонь и днем, и ночью. И мы обязательно освободим всю территорию нашей родины. В Сирии наступил короткий зимний сезон. Постоянно льют дожди и относительно холодно. Солдаты в чистом поле греются у костра и варят очень крепкий арабский кофе. Замечательный кофе, который только что сварили артиллеристы. Вначале залп туда, теперь мы пьем кофе. Спасибо. Алексей Ивлев, Антон Щербаков, телекомпания НТВ, провинция Хама, Сирия.